Зашибись. Эти руки явное улучшение. Обязательно поквитаюсь с Ермаком, когда увижу его в следующий раз. Да, я уже позаботилась, чтобы он получил свое. Я представляю, как будущий я сейчас надирает кому-то задницу с помощью этого. Кэсси ведь сказала тебе, что будущий ты был призраком. Не так ли? Звучит ужасно. Не могу себе представить, что стану марионеткой Шинока. Но она говорит, что я приду в норму. Пережитое терзало отца. Но потом он... Ты... Встретил маму. Она вернула тебя к жизни. Любовь хорошей женщины. Звучит заманчиво. Она была всем для отца. Она умерла в прошлом году. С тех пор отец стал отшельником на ферме. Там он чувствует себя в безопасности. Вот так можно получить доступ к входящим отчетам. Проведи здесь, чтобы сравнить их с прошлыми отчетами. Программа сама выявит расхождение. Вот это я понимаю, прогресс. Значит, я женюсь вон на той лейтенант-принцессе? Мне всегда нравились блондинки. Еще со времен Сьюзи... Донардо! Третий курс. Поверь мне, ты знал, что делал. А эта женщина... Она просто нечто. Эй, у меня есть глаза, братишка. Как молодой ты, я торжественно клянусь заняться ей при первой же возможности. Что? Это наше предназначение. Выйдем. Как, черт возьми, я вообще могла спать с этим парнем? То есть, с твоим отцом? Не могу поверить, что я это сказала. Слушай, мой отец не тот Джонни, которого ты знаешь. Он повзрослел. Я предпочитаю думать, что ты его перевоспитала. В детстве я равнялась на вас обоих. Мой отец, твой дедушка, был моим героем. Он называл меня рядовой каламбур. Ха! Ты тоже меня так называла? Нам нужно вернуться к работе. Требуется биометрическая верификация. Личность подтверждена. Генерал Соня Блейд. Генерал Блейд? Отец бы мной гордился? Отвянь, старикан. Я звезда. Это военная операция, а не съемочная площадка. Да, но здесь я лучший боец. А твоя дочь посадила меня за стол с малолетками. Наша дочь, командующий офицер. Немного сдержанности поможет заслужить ее уважение. Отец всегда говорил, голодные люди едят обед, а скромные подают его. Отец был полным засранцем, но Голливуд сделал нас еще хуже. Fight. Старикан только что надрал тебе задницу. Тебе просто повезло.
Ты оставила меня умирать. Не поняла? Моя последняя миссия. Ну как ты... Черт. Нет, я не собиралась этого делать. Не сейчас, не с тобой. Проклятие, Кэсси, ты бросила меня? Чтобы спасти отряд. Таков был приказ. Кто, черт возьми, отдал тебе этот приказ? Ты. Прочтите отчет до конца, лейтенант. Перейти на красный уровень тревоги. Нас атакуют. Повторяю, нас атакуют. Епикаей, верно? Следуй за мной. Это просто чумовая пятница. Они попали нам в лицо, Джонни. Нам в лицо! Из-за него нас убьют. Ого! Забавный способ сказать «здорово, приятель». Я пытался сказать «прощайте». Как случилось, что такой милый техасский мальчик, как Эрен Блэк, оказался в одной постели с черным драконом? Старый ты работает на Котелькана. Он из хороших парней вроде. Когда я выбираю сторону, это сторона победителя. Всегда. Fight. Твой выбор неудачен. Кэсси! Соня! Дыши, малыш. Они забрали маму, Соню. Я спасу ее. Мы можем узнать, куда они направились? Ангар Б. Понял. Береги ее. Ah.
Уведите ее. Я тоже так могу. Пришлите другую машину для эвакуации. Оловянная башка, твои дружки не успеют за тобой вернуться. Джонни Кейдж. Саракс победил тебя, когда ты был моложе и сильнее. Поскольку я более совершенный, чем он, то я готов. Ты забываешь, что я победил Шинока? Тет-а-тет. Ой, погоди. Ты же был мертв, когда это случилось. Отправляйся обратно в 90-е. Кто следующий? Я следующий, Голливуд. Вот дерьмо. Будто винтажного меня было недостаточно. О, становится только хуже. Сони и твоя маленькая девочка. Они умрут. Прямо у тебя на глазах. Fight. Никто не смеет угрожать моей семье. Вот же ж твою мать. Так-так. У нас тут полный обмен поколениями. Не думаю. Ниндзя Мим и Леди Свобода, у нас есть все рычаги давления. Мы уходим.
Кабал, займись моей худшей половиной. А база? Я уже позаботился. Кэсси, не надо! Давайте вытащим их оттуда. Кто-нибудь еще слышит это пиканье? Я не опоздал? Ты вернулся в самый подходящий момент. Вот это я называю настоящим чудом. Да, Рейден. Спасибо. Великий мастер Хасаши, я покорно прошу гостеприимства клана Сирайрю. Мой небесный храм больше не безопасен. Сейчас для нас нет более надежного места. Лорд Рейден, добро пожаловать в Огненный сад. Старшие боги исчезли? Шинок сын Кроники? Неудивительно, что она послала черного дракона за мной и моим отцом. Мы оба надрали ему задницу. Кроника и движет не возмездие. Она перезапускает историю, чтобы сбалансировать свет и тьму во всех мирах. Что мы можем сделать, лорд Рейден? Собрать все силы земного царства. Но все это будет напрасно, если войска Котелькана не смогут примкнуть к нам. Цетрион сообщила мне, что Шаокан схватил Котелькана. Мы обязаны освободить его любой ценой. Я и Кун Лао пойдем вместе. Мы встретимся с принцессой Китаной. Спасибо вам обоим. Да защитят вас старшие... Возвращайтесь с победой.